Всем привет, у нас тут на тестовом сервере Quake Champions PTS новую карту завезли. Вернее, она появилась, как я понял, чуть раньше, но была без графики, без текстуры. Вот сейчас уже какой-нибудь там финальный вид, видимо. Ну, наверное, она в рамках теста еще, может быть, чуть-чуть будет допилена, но в целом это уже законченная карта, которую, видимо, в ближайшее время. Может, ее к новому сезону готовят Quake Pro League. Было бы здорово, на самом деле. Вот такая карта Insomnia называется. Insomnia у нас бессонница, если я не ошибаюсь, с английского языка. И с Хоксачем. Хокс, привет. Сейчас мы Да, немножко привет. побегаем. Но ты, как я понял, уже немножко в теме. Как только карту первую версию выпустили, ее на прошлом каких-то сезоне, ее сделали без текстур, без всего, просто побегать. И говорят, что даже до этого она еще тоже была. Так, мы сейчас просто побегаем немного на Да, коней, да, да? да. Да. Я до этого, ну, я второй раз здесь. До этого я бегал на Никсе. Я же не могу выбирать чемпиона, Во да? время игры нет, там Короче, дуэль. да, я понял. Короче, по Никсе прям было хорошо. То есть она прям прыгала везде. Здесь может немножко подлагивать. Но смотри. А, ну ты ящерица. Ты ящерица. Мне просто, ну, я бегал на Никсе, мне понравилось, как она перемещается. То есть она прям Да, может. тут много мест Да. специально под это сделано. Да, Вообще, меня когда подлагивает. карты делают, подлагивают, да? Да, ну не сильно, но. Ну, не сильно. Пинг 300. Нормально, не сильно. А, ладно, давай тогда просто пообщаемся. Что там по Да, смотри, по карте? поводу карты, да, самое, что интересует больше всего дуэлянтов, это где расположена мега хэви и какие пути между ними. В принципе, это на первое, на что обратил внимание Бейс, я просто смотрел, как он, вот первое у него было впечатление, и они не поменяли ничего, то есть очень, ну, когда вот первая версия, видимо, вышла. То есть смотри, очень много путей прохода между вот этими двумя комнатами, и они находятся довольно-таки близко. То есть карта очень тесная в этом плане. Ну, небольшая. Вот. И как бы все пути довольно-таки быстрые. Если ты становишься на контроль, ну, теоретически брать оба девайса будет не очень сложно. Вот. Ну, Короче, давай очередной пройдемся по ZTN, этим что ли? путям, какие тут есть. Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Сейчас вот смотри, допустим, комната, идем, вот, допустим, вот мега, да? Да. Вот эта комната с мигу, а вот комната следующая с хэви. А, ну здесь вообще. Ну, на ZTN, Да, конечно. и... Да, вижу. Да, и вот все остальные проходы. Я не знаю сейчас, сколько этих маленьких арморчиков на карте, нужно глянуть. Сори, парни, меня Один... лагает. Меня лагает, я не могу с этим ничего понять, у меня пока трабло. С инетом совсем. Слушай, ну, расстояние близко, а в обратку получается взял хэви и просто прыжок на джампаде тоже Да, и максимально. сразу мега, да. Ну, ты сам понимаешь, очень опасен будет джампад, потому что его слышно и шафтом принимать вообще легко будет. А если Это это какой-нибудь смерть. танк, а если это какой-нибудь скиллбир, прикинь, как он будет заходить. Ну, но скейтбирер он тоже будет, знаешь, как бы. Я Ну, раз. Ну понял. да, я понимаю, может быть, во Ну, то время есть, в Quake Champions обилки, может. опасность это не та опасность, которая была в Q3 или в Q-Live. Здесь просто Ну да, люди здесь не так, что залетают. умирают все от одной тычки, разумеется. Да, здесь аркада настолько жесткая может быть. Слушай, я вот немножко. Ну, жалко чемпиона так не поменять. Так, здесь я сейчас специально не допрыгнул. Просто я думал, Doom будет очень сильно решать, а по факту он не особо допрыгивает. Здесь. Отсюда? Ой, блин, лучше сразу Ну спрыгнуть. тут явно должен. Нет, здесь, да. А еще не забывают, Дума в этом патче понерфили, то А, есть у да, в него двух билд не словах. 6 секунд, а 5. И у него в 2 раза дольше откат между ударами кулаком. То есть не 0,5 секунды, а секунда. Да, В блин, два что я раза делаю? медленнее. Это прям Ага. тяжело будет теперь забить кулаками. Собственно, там. Так, обратно. Кстати, мне этот прыжок что-то напоминает. Блин, пытаюсь вспомнить, что-то уже было похоже. Ну, вот так допрыгнул. Так, блин, меня лагает. Обрати внимание на луну, какая красивая отсюда смотрится. Я вижу И только вообще лагающие освещение ракеты. работает. У тебя максимальная графика, да, сейчас? То есть как бы освещение на пушку кладется классно. У меня ультра настройки с эффект с медиум. Потому что там они по-особенному выглядят. Прикольно. Слушай, ну карта вот. Какая-то она действительно. Ну, не знаю, мне на самом деле карты в куче вообще не нравятся.
По крайней мере, по первой, вот именно, которые вот такие вот... А ну, какие они должны быть тогда для Quake Champions? Такие высокие, я имею в виду. То есть, мне нравится, не знаю, этот... Да, блин, они все такие. Excel, вот, на самом деле, нет, тоже классика, очень вертикальный. Классика примерно два этажа, три этажа, по сути. Но здесь именно этаж, это этажи очень высокие. Хотя, может, мне кажется, блин... Да не, не, не высокие, два этажа, раз, три, два, точнее, получается. Три, четыре, ну здесь четыре этажа. Ну это маленькие не считается тут. По чемпионам, кстати, вот такие вот проходики мне нравятся, таких не очень много, которые именно роль играют, где можно заспамить, подловить. Опа, кровь, блин, как же меня лагает, блин, сколько, 70, по ощущениям 500. Ну у меня, говорю, сейчас модема нет. Практически. А что я хотел по чемпионам поговорить? Здесь много мест, где та же Никса будет иметь реальное преимущество. То есть она прыгает от столбов, она прыгает здесь. Ну, Doom здесь, как я понял. Нет, нет. Слушай, меня смущает то, что я нашел только два вот этих маленьких армора. То есть один здесь лежит. Думчик, давай, 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 Думчик. Я почти запрыгнул. Не, не, не получается. Ну, может, попцы на тренер. Слушай, и вот еще один. И слушай, вот еще один. Да, сколько это получается? Это как карап тут получается. Мало очень этих. Здесь, по-моему, пауэрап на ТДМ-карте. Слушай, она какую-то карту напоминает мне немножко, которая в ТДМ играется. Темпер Шрайн, что ли? Немножко так графически. Так, портал, это хорошо. Напрямую, естественно, допрыгнуть. Блин, да меня задолбало лагать. Но я не буду, естественно, из-за кстати, этого. Тени какие-то очень черные. Мне кажется, это еще тоже должны пофиксить, потому что вот такие прям совсем темные углы, где ничего не видно. Вот смотри, у тебя тоже здесь ничего не видно? Да, да. Ну, нет, ты-то очень яркий. Моделька-то... Сам... Не, я-то яркий, но представь себе... А, подожди, я же подсвечиваюсь, да. Это хорошо в Quake Champions, контуры, да, есть противников, а в некоторых играх сейчас не делают контуры, и так можно кемпить где-нибудь. Да. Кто-то место напоминает на Элдоре, как Хэви прыгать. Слушай, какая-то карта мне прям очень маленькая кажется. Именно с современными скоростями. Она есть маленькая, очень маленькая, очень. То есть прям так оно и есть, да? Ну, когда есть, первый раз когда бегаешь... ты контроль забираешь, да, ты оба девайса, у другого человека практически ну, нет возможности убежать. Ну, покоцай меня? Ну как? А, нет, подожди-ка, может покоцай быть, вот еще, наверное... Все, я пытаюсь понять здесь это. А, здесь смотри, слышишь? Да. Кровь лечащая. Ну да, как она будет ранее. Забавно. Кровь, по-моему, для биджея очень сильно рулит. То есть ты можешь да, отрегенить. Само. Так, ну. Короче, первое впечатление. Действительно тесновато. Ну, в любом случае лучше, чем прошлая карта, которая на 25-летие Quake была. ДМ6? Quake 1, который, помнишь? Один, да, но не, это вообще. Да. Это позорище. Quake 1 ДМ6. Это был прикол. Да. Ну, вот мне нравится то, что вот есть вот такие вот проходы, где можно ракеты заспамить, и что есть вот такие вот места, то есть комнаты сами по себе открытые, несколько больших. Mm-hmm. И в них перестрелки с какими-то препятствиями. То есть это, знаешь, такой Q2 стайл больше. То есть ты выходишь, да, и здесь есть какая-то лесенка, какой-то столб. Похоже на Вейли, но она прям супер тесная. Кстати, вот такие вот есть моментики. Трибот, прям это прям чувствуется, что здесь именно трибот, там нужно стрелять. Обычно, когда карты делают, пушку кладут в то место, где как раз ее очень удобно применять. Ну да. Ну и трибот здесь может решать прям хорошо. Слушай, ну она реально мелкая. Она реально прям. Ого! Я вспоминаю, как играл в модемы. Вот у меня прям такие пролагивания. Ну ты увидишь в видео, если посмотришь. Без вообще. И я не могу с этим пока ничего поделать. Опа, вот это трикс. Ну ты, соответственно, о ней еще не бегал, да? Наверное, дуэль вряд ли получится.
такими лагами сыграть. Ну, вряд ли, да, с таким пингом это будет нечестно. У меня даже не пинг, а именно... Так, подожди, я попробую вылечиться. Да, спасает лужа. То бишь, против ящерки будет в чем-то попроще. В итоге... Так, портал. Порталы традиционно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вы это видели, ребята? Пинг 400. Я не знаю, почему. Причем в других играх нормально. Я реально... Популиваю. Ну, это трассировка, может быть, сервер находится в таком месте. Это же тестовый сервер, не забывай. Ну да. Ну вообще, да, да. АДС все-таки. Да. Так, портальчики. Сон, то есть вышел. Вернее, не так. Кемперишь проход. Можно подлавливать в порталах. Например, ты смотришь человечка сверху. И все, но он уже не выйдет оттуда. То есть его просто там убиваешь. Если это особенно легкий чемпион. И смотри, вот человек, который не имеет контроля, смотри, что он будет делать. Он будет брать вот этот вот, да, брейк. Угу. И вот тут они очень близко находятся. Полтоса? Прям, да, полтоса 2. Да, 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 да. А так прикинь, как можно зацикливать тогда карту. А еще, благодаря вот я чуть-чуть этому. Шаг сделал, и уже красный. Блин, можно вообще в одно рыло все забирать, всю карту получается. Да, да, да. Кто, например, любит рафа делать очень сильно. Да, я думаю, все любят. Так, с портала ну, здесь сколько? Очень хорошо получается. Ну, у него все хорошо получается. Вот, слушай, а сколько здесь порталов? Что-то мне казалось, 2. Здесь интересное место, вот опять же, борьба за хэвик. Тоже вот, ну, очень на самом деле нестандартные для кучи места. То есть это какой-то реальный гибрид, напоминает другие карты. По прострелам. Кстати, я что-то где-то читал, то что кто-то, ну, не помню уже где, что вроде бы как и эту карту делали еще в 2018 году, просто ее, ну, не дальше не делали, в какой-то mm-hmm. момент перестали, и потом начали, ну, возобновили. Не знаю, может так это быть. Или нет, но... Может быть, тогда чем-то не понравилась карта? Хотя, ну, тогда она же не была сделана, ну, видимо, не знаю, по какой причине. Mm-hmm. Так, это тот самый единственный портал, там у нас проход тоже есть. А, чисто лифт, как обычно, да? Угу. Большая комната с рейлом, собственно. Рейл лежит, кстати, нетрадиционно доступно. То есть, грубо говоря, ты спалился на рельсе, взял тут же хэви и идешь... Здесь еще фалтос. Блин, как они все скукожили на самом деле. Просто, здесь реально... Эту карту брошить хотя бы в полтора раза где-нибудь, да? Пробеги по девайсу, как... за сколько? Вот... Слушай, это реально какой-нибудь рыболок просто. Да-да, только более открытый. Пролетается очень-очень быстро вся карта. Так, я могу в спеке, интересно? А нет, сейчас, наверное, из игры не могу, да? Ну вот за сколько ты можешь... Да, за сколько ты можешь все девайсы взять? Опа. Блин, я тут подзастрял. И не хочу даже это делать. Это как бы... Ну просто... будет грустно, наверное. Ну, вот и посмотрим. Может, они... Может, кто-нибудь посмотрит и... сделает это... Ну, какой-нибудь армор там. Так, слушай, я почти... Так. Блин, я не могу запрыгнуть, но я... Думаю, ты должен здесь, по идее. Вот сейчас прыгай. А у тебя два раза просто сработало сейчас. О. Нет, 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 не долетает. А еще главное, что темно и не видно даже на что, да, там становиться. Да, да, слушай, он реально... Должен запомнить просто. Вот он фактически залез, но не хочет. Странно. Слушай, кстати, я смотрел уже... Странное, ну, место. Никса, по-моему, там прыгает. Очень много... Mm-hmm. В официальном дискорде накидали очень много уже репортов, там что пофиксить. Тут очень много всяких кривых стен пока, и это все будет исправлять. А, ну... И может быть в этом месте то же самое, поэтому сейчас пока не можешь допрыгнуть, но потом... Все, я понял, да, 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 такое вполне возможно. Слушай, ну как бы первое впечатление на самом деле очень нейтральное. То есть приятно, что и новая карта. Будет забавно, если она будет играться в лиге. Так, здесь получается тоже проходит. Ну, меня лгануло и сбросило. Сори, я не могу с этим ничего поделать. Сейчас попробую все-таки допрыгнуть. Да, блин. Откормленные ящерицы всякие. Подсадочку давай. Да, да. По этим кирпичкам можешь. Да, блин. Вот.
По идее, вот там с кирпичком можешь. Ну-ка, ну-ка. А, все, я понял. Ну вот, как бы приятно, что, конечно, будет новая карта. Да блин, у меня не срабатывает прыжок. Ты один раз нажимай. Все, да блин. У меня слов нет от своего интернета. Пинг 250. Блин, я сейчас... Да, у тебя почему-то дважды срабатывает почему-то. Я думаю, меня подлагает. Все, здесь настолько элементарно, на самом деле, прыжок, но у меня реально из-за лага, видимо. Так, а все. У тебя второй срабатывает прыжок сразу из-за этого, из-за лагов, да. Да-да. Ну вот, ну, блин, не знаю. Что вот у нас выходило? Самая провальная была, это, как там, Taurus Coast, да? Которая... Вот тоже вот она, ну, прям, наверное, супер, да, открытая. Она вроде бы хорошая, да, да, приятно должна была, но нифига. Не, хотя, знаешь, не-не, вот я тебе скажу так, вот для какой-нибудь Unholy Trinity она нормально играется. Ну я... Просто вот, например, да, эта карта, ну представь себе, 8 человек Unholy Trinity вот начинают бегать здесь. Это бред. Представь, это, ну это бред, да, а вот на той карте ход нормально, то есть просто они, знаешь, как бы из-за того, что карт немного, они их запускают под все режимы. А на самом деле, ну, эти карты делаются под конкретные режимы. Вот маленькая карта, ну, чисто дуэли там, например. Ну, о, нифига себе. Не, я именно с точки, только с точки зрения дуэли сейчас карту, как бы, имею в виду. Вот, и для дуэлей Tower of Court, как бы, ну, она очень прикольная. Там вот она отличалась некими тактическими ходами. То есть там реально, ну, были нестандартные мувы. Но она настолько вот... ну, вот настолько большие вот эти комнаты были, в которые просто, ну, очень тяжело пристреливались. Что там происходит? Ящер, ты чего? Нельзя пролезть. Ну, тебе точно нельзя. Может, слэш пролезет. Ну вот. Да, слушай, не могу все прыгнуть, хотя казалось почти. Никса там вроде запрыгивает. Ну вот... мне кажется, даже Tower of Code была поинтереснее в этом плане. И графически это тоже, это чистый DM6, да, DM6 ZTN. Вот, ну, типа у них, да, в едином стиле. Немножко доработанная. Да, но на самом деле, чем мне всегда нравился Quake, это разные стилистики карт. Ну, я Q1 не беру в счет, там карты похожи. Хотя вот классика, да, DM2, DM4, DM6, они полностью вообще отличались друг от друга. Просто в одной графике были, да, естественно. Но вот именно игрались они вообще совершенно по-разному. Полностью разный стиль. Вот, Q2, DM1, DM3 просто дико отличаются, да, там. То есть полностью вообще другая стилистика. Там лава, там... Все желтое, на DM1, там DM5 вся зеленая, DM2 вообще какие-то башни, DM8 там тоже вся такая синенькая. То есть в этом плане DM7 кислотная была. Вот, то есть они делали специально максимально разные карты. И Q3, в принципе, ну да, тоже. Как-то. Нет, просто здесь они вписали в лор, типа 4 бога у них там, и они 4 стиля сделали. И потом придерживались их. Из-за того, что потом они увидели, что это скучно, они добавили новый стиль, вот эту снежную карту, да? Да. И вроде бы как должны были отказаться, ну, дальше продолжать только 4 стиля использовать. Но как мы видим, вот следующая карта выходит, ну, и... Ну, полноценно я не беру в расчет Dark этот. Ну да, там, да. То, в принципе, да, похожий стиль, как и уже был. Слушай, ну этот лор, естественно, уже нахер никому не нужен. А вот то, что карта похожа друг на друга, как две капли воды, просто разные размеры и комнатки переходы. Вот это, конечно, ну, мне не нравится. Я говорю, вот мне Quake всегда нравился тем, что карты полностью, ну, Q3, да, Т4, Т2, ZTN, они полностью разные, DM6. Они все между... Ну, то есть, их никогда не спутаешь. Здесь, например, если в какой-нибудь коридор под определенным углом, да, встать, то, ну, человек, который там не сыграл тысячу... Да, можно викторину, типа, какая-то угадай, да? Да, 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 да. То есть, ну, если человек не сыграл там 100 матчей на ней,
он задумается, типа, а что это за карта? Потому что они пипец друг на другу. Ну вот она мне вот этот... А, или Church of Azeroth. Ну, короче, какую-то вот из... Угу. То есть, по-моему, Church вот этот. Ее напоминает. То есть, они пипец друг на друга похожи. Ну, как бы я не хочу никак сейчас больше вообще ничего под разработчиков говорить, потому что здесь уже давно как бы все слова закончились. Здорово, что сделали карту. Надеюсь, ее допилят по балансу, потому что пока кажется, что тесновато, и, ну, топ будет очень жестко. Даже не топ, топа контролить, а просто, если кто-то хорошо встал, у него очень толстый чемпион, а там легкий чемпион, да, и, ну, непонятно, что можно делать, если настолько быстро ты можешь забирать все. Хотя, опять же, это надо, чтобы сыграли кучу дуэлей. И тогда оно будет понятно. Ну, как бы... Не, респект то, что процесс какой-то идет. Триксить я не могу из-за лагов, судя по всему. Опять же, не все как-то поинтереснее было. Мы забыли посчитать часики, но я вот сейчас глянул, вроде бы не очень много. То есть, по идее, не должны доминировать некоторые персонажи, типа Клача, за счет... Кстати, для Клача-то карта неплохая, да? Он здесь прям может летать как заводной. Да. Ну, такой вот обзорчик. Просто, так сказать, про канал не забывали. Ну и посмотрите, что за новые карты, так сказать, свои впечатления оставьте. Можете сами, собственно, зайти на ПТС, поиграть ее. Всем спасибо. Чё?